Ростов. Ну вот, по-моему, шайба снова в игре. Игра продолжается. Шведы рвутся в нашу зону, пытаясь по стопу не стало изменить ход поединка и уйти от поражения. А наши отошли назад, образовали мощный оборонительный заслон. Вот сейчас шайба в нашей зоне. Рагулин умело применяет силовой прием. Кто-то из шведов лежит. Молодец, Саша, хорошо, пожестче надо действовать. Мы очень высоко сидим, и мне плохо отсюда видно, кто это упал.